Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на автоматический сбор яиц для Murder Mystery 2. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. А далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и, в принципе, можете выходить с него. А далее заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой предложенный чит, либо старый, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, старый без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать старый. После того, как скачали какой-то чит, далее в поиске пишем Murder Mystery 2. Нажимаем поиск. И теперь смотрите и слушайте очень внимательно. Значит, первый скрипт, он собирает абсолютно все яйца. Это именно фарм яиц идет. А второй скрипт работает чуть по-другому. Он собирает, короче, только редкие яйца. Ну, в принципе, давайте я вам покажу, как они работают. Давайте начнем с редких. Значит, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Заходим в игру. Открываем чит. Чит вставляем скрипт и желательно включаем DLL от Kernel. Потому что, как вы знаете, на Kernel больше всего поддерживается и работает скриптов. На WarDevs, честно, не знаю, работает этот скрипт или нет, я не проверял. Вот. Но советую все-таки использовать Kernel. Также напомню то, что он с ключ-системой. А далее, после того, как выбрали какой-то DLL, нажимаем Inject и ждем, пока заинжектимся. Так, все четко, инжект прошел. Я надеюсь, меня сейчас не убьют. Да, вроде не убили. И теперь нажимаем кнопочку Xcode. Смотрите, сразу скрипт не начинает работать, потому что он работает именно только на редкие яйца. То есть, когда появляется редкое яйцо какое-то на локации, персонаж сразу на него тпхается, и это яйцо собирает. Таким образом, сейчас я вам покажу, сколько я уже собрал. А почему я не могу зайти в ивент? Чё за фигня? Так, это убийца или нет? Я не понимаю. И я не понимаю, почему у меня вот эта гуишка пропала с ивентом. Чё за фигня? И, возможно, кстати, скорее всего, редкое яйцо уже собрали. Но не факт, конечно, то, что его собрали. В принципе, можно пока что самим побегать, пособирать эти яйца. Давайте тогда немножко сейчас подождем. В принципе... Ждать нам нечего, можно сразу показать другой скрипт. Меня убили. Лол, что, я был убийцей? А почему я это сразу не заметил? Что за фигня? Жесть. Я не понял прикола, почему она меня вычислила. Если я даже ни разу ножик не доставал. Получается, вот этот данный персонаж играет с читами, как видите. Потому что она никак меня вычислить не могла. Окей, ладно. Значит, сейчас тогда ждем, пока заспавнится следующая локация. Я вам покажу то, что все-таки вот этот сбор редких яиц, он работает. Вот как видите, я уже 4 яйца собрал. Конечно, делается это очень все довольно долго. Я бы сказал, очень долго. И не факт то, что, кстати, на локации заспавнится именно то редкое яйцо, которого у вас еще нету. То есть у меня бывало такое, то, что у меня спавнилось, вот, допустим, вот это яйцо, где плюс нарисован. И я его собрать не могу, потому что я его уже собирал. То есть в этом еще прикол может быть. То есть это делается все очень-очень долго. Так, ладно, ждем, пока заспавнится редкое яйцо. Все-таки хочу показать этот момент, когда он тпхается на это редкое яйцо и собирает его. Самое главное, чтобы его кто-то другой не успел собрать. Не знаю, сколько придется ждать. Самое главное, чтобы меня сейчас еще не убили, потому что если убьют, то мы уже не сможем это редкое яйцо собрать. Но насколько я знаю, оно хотя бы один раз на локации должно спавниться, когда выбирается какая-то карта. Но не факт, конечно, то, что оно будет спавниться. Может быть, вообще не заспавнится. Такое тоже может быть. Короче, ждем. Не знаю, насколько это сейчас долго будет, но надеюсь,
то, что все-таки сейчас оно быстро заспавнится, и я вам покажу, как это работает. Но пока что почему-то они не спавнятся. Очень странно, конечно. Ну, давайте подождем немного. Буквально сейчас несколько минут. Если не заспавнится, то покажу другой скрипт. Сразу скажу то, что другой скрипт, он, короче, собирает, ну, как я изначально говорил, сразу все яйца. Вы просто на них тпхаетесь и собираете. И, в принципе, все. Так, ну почему-то редкое яйцо спавниться не хочет. Вот это, конечно, печально. Очень печально. Ладно, давайте пока получу другой скрипт. Значит, делается все то же самое. Нажимаем, получается, кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Отлично. Яйцо у меня какое-то появилось? Нет, не появилось. Кстати, еще, что очень удобно, эти два скрипта могут работать вместе. То есть мы активируем вот этот скрипт прошлый и активируем сейчас вот этот. И они вместе, оба чита будут функционировать. Конечно, может быть, это немного криво будет работать, но это работает. Значит, ждем сейчас, когда заспавнится следующая локация. Давайте, в принципе, проголосуем за какую-нибудь большую локацию. Я вот не знаю, кстати, если, допустим, большую локацию мы выбираем, там шансы больше спавна редких яиц или все-таки нет. Вот это вот тоже интересно. Ну, из всех локаций, по-моему, вот эта самая большая, если не ошибаюсь. Ее давайте выберем. Но выбрали, скорее всего, другую. Окей. Ждем сейчас начала раунда. И покажу, как работает сам автофарм. Также есть инвиз, но инвиз, типа, работает так себе. Кстати, я опять убийца. В принципе, он не особо дает какую-то гарантию, то, что вас увидит или нет. Потому что я пробовал его включать. Сейчас я его включать не буду, потому что я могу случайно умереть. А я убийца. Так, и давайте я сейчас немножечко подожду. Вот, во-во-во-во-во, как видите, заработал скрипт, вот заспавнилось редкое яйцо, но, как видите, у меня это яйцо есть, оно у меня собраться не может. Также у меня эта гуишка пропала, но, как видите, телепорт на редкие яйца работает. То есть все четко. Но он у меня собрать не может, потому что я уже его собирал, это яйцо. Это печально, конечно же. Так, ну соберите это яйцо уже кто-нибудь, алло. Потому что пока вот так вот тпхает, я не смогу собрать другие яйца. Все, наконец-то собрали его. Аллилуйя. А, нет, у нее тоже, походу, это яйцо есть. Блин. Я даже просто, вот как видите, убежать с места не могу далеко. Ну, кто-нибудь соберет это яйцо или нет? Алло. Походу, нет, да? Ладно. Так, давайте попробуем включить. Конечно, автофарм начинает работать, но он работает очень криво. Но, как видите, он тоже работает. Так, передо мной яйцо украли, это плохо. А вот, меня тпхает на яйца. Как видите, они собираются. Все четко, все работает. Все, то яйцо вроде бы уже собрали, да? А нет, до сих пор не собрали. Походу, оно у многих уже есть, как я понимаю. Так, давайте выключим скрипт. Все, вот теперь его собрали. И теперь можно спокойно с помощью вот этой функции, короче, летать по карте и собирать яйца, которые есть на локации. И как видите, все работает, они собираются. Все четко. Также функция антиавк есть. Это получается функция для того, чтобы вас не кикнуло с игры. То есть вы ее включаете, уходите, допустим, там покушать, чай попить. Больше 20 минут проходит, и по истечении 20 минут вас не кикает. Как вы знаете, если 20 минут вы ничего не делаете, то вас кикнет с игры. Вот. Так, давайте выключим эту функцию. Оп! Сразу шерифа убиваем. Оп, еще одного убиваем. Прикольно, я так к нему подлетел, да? Но тут карта большая, я, к сожалению, всех убить не смогу, это плохо. Так, промазал, ладно. Окей, охраняем пистолет. Так, еще минус один. Наивный бежит сюда, думает, заберет пистолет. Ага. Фиг там плавал.
Так, ну тут я уже продул это 100%. Как она пистолет забрала? Чё за фигня? Тихо, успел. Убил. Отлично, тихо. Ну все, в принципе. Тут понятно то, что я проиграл уже. Тут уже стараться смысла нету. Так, нифига я хедшот сделал, нехилый. Ну и в принципе на этом все. Вот. Удобно то, что вот эту вот функцию автосбора яиц можно отключать. Но автосбора редких яиц его отключать нельзя. Вот. Ну, короче, вот таким образом вы собираете яйца, накапливаете их и дальше получаете какие-то ништяки. В принципе, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйзбан. Всем удачи и пока.